У меня все размерено. Столовая ложка без горочки. Вот так вот. Это на ту кастрюльку, которую я налила, желтенькую. Само то будет. Знаете, что забыла? Знаете, капусточку. Нам с вами надо оторвать от нее листья. Хороший такой, свеженький, да? Ну или просто попку там, бачок отрежем, да и все. Пишите в комментах, кто какую капустку складывает. Я сегодня свежую, но вообще-то периодически складываю квашеную. Ну что, последние, наверное, 5 борщей у нас все время свежая идет. Сначала я квашеную не нашла, а потом как-то вот картошечка. С ней главное не переборщить. Я взяла 5. Те 2 и вот эти 3. Надеюсь, будет немного. Я сама люблю, когда в борщике, в любом супе есть жижка. Потому что жижку я люблю больше, чем гущу. А ты? Слушайте, борщ — это такая хорошая вещь. Есть о чем пообщаться с вами в комментариях.